Депутаты горсовета – прогульщики. Вторую неделю при обсуждении важных городских вопросов нет кворума. Всего за два рабочих дня – пятницу и понедельник – сорваны две комиссии. Гульназ Галямова сегодня без предупреждения заглянула в кабинет каждого народного избранника. Нашла ли она кого-нибудь на рабочих местах, узнаете прямо сейчас. Здесь проблема в депутатской дисциплине. Если кто-то обещает прийти и не приходит, но с этим как можно, как на него можно воздействовать? Только с порицанием общественных. Так, накануне депутаты ждут коллег на заседание, но двух нужных для кворума голосов так и нет. А в пятницу сорвалась работа еще одного комитета. Избранники народа, видимо, не нашли время. Депутаты прогуливают эту работу, признается заместитель председателя Александр Глесков. Самые недисциплинированные, по его словам, единороссы. У нас же только два депутата, я и председатель, которые работают на постоянной основе и получают заработную плату. Все остальные, соответственно, заработную плату не получают, это для них общественная нагрузка. Поэтому кто где, вероятно, заняты своими делами. Мы же решили выяснить, что именно предпочитают общественные нагрузки слуги народа. И постучались сегодня в каждый депутатский кабинет. Большинство дверей оказались закрытыми. Но и за открытыми тех, кого искали, мы не нашли. Народных избранников здесь сейчас нет. Владимиров в Сочи? Да, Владимир Владимирович в Сочи. Быков. Валерий Геннадьевич в своем совхозе Глядина. Кондрашов Владимир Петрович, он тоже по своей основной работе. Итог наших поисков. В рабочих кабинетах во вторник три народных слуги, включая зампредседателя совета. Депутат Геннадий Торгунаков сам объясняет, пропустил последние комиссии из-за Сочинской Олимпиады. Вы отпрашивались как-то? Вы знаете, помимо депутатства, у каждого из нас есть свое рабочее место. Так вот, я был в официальном отпуске впервые за два года. Я отнесу себя, наверное, больше к дисциплинированным депутатам, потому что не так много прогулов у меня было. На сессиях я был абсолютно на всех. Как-то получается, что для большинства депутатских пропусков есть уважительные причины, рассказывает Глесков. Сергея Толмачева, который, по его словам, накануне безуспешно пытался собрать кворум, это возмущает. По его мнению, депутаты в самом начале понахватали работы, а на все не хватает сил и времени. Предлагает теперь прорядить комиссии. Сам Толмачев, кстати, состоит во всех девяти. Выходить ни из одной не собирается. Нам оперативно на предстоящей сессии, которая состоится 12 марта, нужно принять решение об исключении депутатов, которые не ходят, из тех комиссий, в которые они входят. Более того, такие заявления у нас есть от целого ряда депутатов. Я считаю, что их просьбы нужно удовлетворить, иначе мы, ну, просто работа простаивает. Повис в воздухе из-за неявки депутатов, например, вопрос о строительстве двух полей для мини-футбола и катка на лыжном стадионе в Студгородке. Его должны были обсуждать накануне. Так что, уважаемые жители, подождите со своими проблемами. И главное, управу на прогульщиков не найти. Закон о муниципальном управлении даже не предполагает отзыва депутата вообще. Гульназ Галямова, Виктор Шухман, СТС «Прима», новости.